Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Закат красного восхода. У жителей поселка накопилось много вопросов к местным властям. По следам наркотрафика 6 декабря свой профессиональный праздник отмечает подразделение по контролю за оборотом наркотиков. Абьюзером «Стоп» в Полянах открылся кризисный центр для женщин. Долгожданная премьера. В Рязанском театре драмы прошел показ спектакля «Иванов» по произведению Антона Павловича Чехова. В поселке Красный Восход забил самый настоящий фонтан. Все дело в том, что при строительстве дома сваями пробили водопровод, которого не было ни в одном плане. Местные власти на аварию отреагировали вяло, как и на другое обращение граждан, о возведении асфальтированной дороги на одной из центральных улиц поселка и установке фонарей освещения. Почему в Красном Восходе по-прежнему темно, выяснял Герман Гущин. Я купила участок, на котором не было по документам никаких сервитутов, обременений. То есть ничего не предвещало беды. Мы разметили по СНИПам, все отступы соблюли, стали крутить свай. И тут практически на последних сваях у нас выяснилось, что пошла вода с сильным напором. Фонтан на участке буквально ошеломил хозяев. По словам Юлии, вода хлестала из земли около 3 часов. Из местных инстанций реакции не было вообще. Даже мастер-ремонтник появился на участке лишь к концу рабочего дня. Да и то без нужных инструментов. Дальше больше. На бумаге оказалось, что фонтан этот фантом. Юридически оказалось, что этой трубы как бы нет. Но она как бы есть. То есть вчера по я факту была. Она есть, по факту есть, но по документам ее нет. Проводила эту трубу ЖКХ «Ворские», а потом не закадастрили там глава, либо ЖКХ «Ворские», не поставили на кадастровый учет, то есть на учете ее нету, да, на балансе. А Поляны, ну, что получили, то и получили. По факту в Куми Рязанского района мне тоже объяснили, почему нет сервитута на многодетском участке. Объяснили, что тоже не получили данных от Гурина. То есть все ведет к Гурину. То есть, это по сути, глава. Наш глава, да, Александр Николаевич. И, по сути, если у меня сейчас все-таки провалится сваи, то мне придется, наверное, судиться с поселением, либо с ЖКХ «Ворский», который уже обанкротился. Покопавшись в документах, Юлия выяснила, что подземный водопровод – объект частный, труба соседа, которую он когда-то самовольно проложил. В наше время все может быть. Когда ложили трубу, этого участка не было еще. Это было за 5 лет до формирования этого участка, даже больше. А поставят на кадастровый учет, обязан сейчас тот, кто отвечает за эти сети. Мы 1 января все передали в Рязанский муниципальный район. Вместе со схемами, со всем. Впрочем, кавардак с незаконными объектами в поселке с громким названием «Красный Восход» не единственный. От улицы Православной осталось одно название. Дорог здесь нет, одно направление. В большой луже грязи. А уж про фонари здесь поминают лишь старожилы. У всех проблема с дорогой. Вот, насколько нам известно, вы решили, да, свою часть вот дороги, какую проблему? Вот, как, что вы можете добавить? Что? Ну, вы сами видите, в каком состоянии у нас дорога. Поэтому, чтобы как-то по-человечески жить, в 2 этапа мы отсыпали дорогу за свой счет. Но, сами понимаете, это не решает всей проблемы. Вот мы шаг шагнули, и опять в этой непролазной грязи. То есть я даже ни к соседке подойти, никуда. Но это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, что у нас нет никакого освещения. То есть я вот пользуюсь общественным транспортом. Общественный транспорт ходит по улице Ветеранов. Поэтому 2 улицы мне нужно пройти в абсолютной темноте, которая наступит в 5 часов вечера. На улице Православной Надежда проживает уже несколько лет и все еще стучится в закрытые двери местной администрации. В этом году терпение жителей лопнуло. Отсыпали дорогу сами. Как говорит Надежда, удовольствие это не из дешевых. По 12 тысяч рублей с дома. Кроме того, здесь научились пользоваться своими лайфхаками. Я вот здесь летом укладывала кирпичики для того, чтобы хоть как-то было более-менее комфортно ездить по нашей дороге, потому что участок достаточно в низинной местности находится из-за того, что ну, там дожди по осени и не разлива, да, все-таки талая снег и так далее ну, каким-то образом да, нашу дорогу приводит в негодность. Мы как-то пытались ее подсыпать, в частности, да, вот я перетаскивала кирпичи. Вот. А после того, как здесь проехал несколько единиц тяжелой техники, дорога вообще просто вся превратилась
Вот вы видите во что. То есть мы далеко достаточно поставили машину, прошли по такой колейной, дикой, вообще просто грязной дороге для того, чтобы добраться до участка. Официально свет придет на православную лишь через 2 года. Дорога, возможно, еще годом позже. Да и то при наличии первоначального взноса от самих восходцев. Ну а пока резиновые сапоги и фонарики – главные проводники православной в любое время суток. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 6 декабря свой профессиональный праздник отмечает подразделение по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. В этот день, в далеком 91 году, было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Это кадры оперативной съемки. Работает спецотряд «Гром». Преступник – мигрант из Средней Азии, в сумке которого больше полукилограмма героиновых шариков. Оперативную съемку выложили в сеть 20 августа. А спустя всего 5 дней – новое видео. Плантация конопли. 350 кустов массой почти 80 килограммов. Спустя еще пару недель – очередное преступление. И каждое удалось раскрыть благодаря четким и грамотным действиям подразделения по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник и подводят промежуточные итоги. На территории Рязанской области правоохранительными органами пресечено 1097 наркопреступлений, 1070 из которых выявлено сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области. По сравнению с прошлым годом показатели значительно увеличились. В 1,5 раза увеличилось количество раскрытых преступлений по фактам сбыта наркотических средств и психотропных веществ. На 130% возросло количество расследованных преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. На треть увеличилось количество расследованных фактов организации и содержания наркопритонов. Из всех преступлений чуть меньше 500 связаны с незаконным хранением, а почти 600 – со сбытом. Конечно же, не все задержания показывают публике, но те, которые все же удается заполучить, отличаются зрелищностью. То задержание на автовокзале, то целая плантация конопли. Уничтожают все изъятое, кстати, тоже зрелищно. Сегодня Рязанское управление по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России отмечает 30-летний юбилей. Отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды, среди которых медали, грамоты и благодарственные письма. Побывать на празднике так и не удалось, как и поговорить с сотрудниками. Все они – оперативники, которые работают на передовой. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выходит на европейский уровень. В Полянах открылся кризисный центр для беременных женщин и мам с детьми, которые оказались в непростой жизненной ситуации. С первыми клиентками этого заведения пообщалась Анна Герцовская. Вот у меня уже тут, можно сказать, все готово для поездки в роддом, если я в любой момент поеду рожать. Но тут только вещи пока мои. Mm-hmm. Еще пока никаких детских. Светлана Ромашкина стала первой клиенткой нового центра «Солнечный дом». На последних сроках беременности она оказалась в трудной жизненной ситуации и решила обратиться к социальным работникам, которые отправили ее сюда. Просто, ну, сказала правду, честно, что я вот осталась на улице, помогите мне, пожалуйста. Вот, и они увидели, они услышали и, соответственно, мне помогли. Постоянно каждый день была на нервах. Тут я уже, когда приехала в первый день, я реально вздохнула. Потому что я поняла, что тут можно помощь получить. Сейчас Светлана чувствует себя уже как дома. Готовится к родам и вернется сюда уже с малышом. Более долгосрочные планы Света будет строить вместе с руководителями центра после рождения ребенка и адаптации к материнству. Преимущество в том, что женщина, которая оказалась в трудной ситуации, она не определяет своего ребенка в учреждении государственное, да, а она находится вместе со своим ребенком, да, то есть у нее не нарушаются вот этот вот связь с ребенком. Она продолжает с ним общаться и решать свои проблемы с помощью наших специалистов. У нас есть психолог, у нас есть социальный педагог, я как руководитель центра. У нас есть администраторы, которые тоже направлены, их работа тоже на то, чтобы помочь маме
в общем-то, выполнять свою такую родительскую функцию. Первый год жизни ребенка – это период заложения фундамента его жизни. Здесь мамы могут научиться готовить, проводить время с детьми, планировать свой бюджет, выезжать по делам. Учреждение предполагает создание поддерживающей социальной сети, чтобы мама, покинув этот центр, могла жить полноценной жизнью без поддержки специалистов. Может быть такая ситуация, что женщина к нам попала, потому что у нее конфликт с родственниками. Да? И вот как раз наша задача будет тоже вот эти вот отношения восстановить, да, как-то их отрегулировать, чтобы она могла вот эту поддержку получать. И, конечно, встречи мы приветствуем, что есть круг. Да. Понятно, что ограничения по времени, да, то есть какие-то есть правила. Правила и режим – неотъемлемая часть пребывания в солнечном доме. Все жильцы здесь ответственны не только за себя, но и за тех, кто находится рядом. А вот помощь в солнечном доме могут оказать только тем, кто действительно к ней готов. Получается, моя гордость, что ли, какая-то сломалась. Когда я пыталась все сама делать, и тут я поняла, что я сама уже никак не смогу себе помочь. Когда вот человек идет на контакт с другими людьми, и когда он реально открыт, ничего не скрывает от других людей, чтобы люди понимали свою вот эту, ну, мою проблему. Они же должны знать все абсолютно. И поэтому тут никакого даже скрытничества не должно быть, никаких тайн. Для Рязани это как бы новый, уникальный проект. Да, у нас как бы условия очень лояльные для мамочек. Да. Содержание бесплатное, срока пребывания здесь не ограничен, то есть в зависимости от ТЖС. То есть это первое такого рода учреждение. Наши администраторы, опять же, помогают оформить регистрацию, помогают решить вопрос с жильем, помогают в решении каких-то правовых там вопросов, да, оформлении пособий. Этот дом находится в Полянах. Его передал центру один из питерских благотворительных фондов. Здесь предполагается размещение 3 семей. Домик напротив в скором времени готов приютить еще 4 семьи. Сотрудники Рязанского солнечного дома прошли обучение в питерском благотворительном фонде, который реализует аналогичный проект. Сегодня в центр могут обратиться беременные женщины и мамы с детьми до 7 лет. Каждая ситуация оценивается индивидуально. По мере возможности либо она решается, эта ситуация по месту жительства, да, если нет возможности решить в кратчайшие сроки как бы и по месту жительства, тогда предлагаем место здесь при условии наличия свободных мест, соответственно. Обратиться за поддержкой можно по телефону горячей линии 8 800 444 5062. Звонок бесплатный. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 3 декабря в Рязанском театре драмы состоялась долгожданная премьера. Режиссер Дмитрий Акриш представил на соцзрителей спектакль «Иванов» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Сюжет знакомый по школьной программе, незатейлив. Николай Иванов – почти разорившийся помещик, у него неизлечимо больная жена Анна Петровна. Чтобы спастись от скуки и тоски, Иванов убегает к богатым соседям, где находит утешение в образе юной девушки Саши. Режиссер постарался максимально встроить классику в современность. Для ускорения динамики Дмитрий Акриш сократил количество действующих лиц, сохранив сюжетную линию. Поэтому действие получилось незатянутым, хотя пьеса изобилует длинными монологами. Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут. Это, конечно, спектакль про одиночество, про тех людей, которым за 30, и мы начинаем понимать, какие страхи у этого человека, почему он так себя ведет, что ему мешает создать семью, какие страхи, какие обстоятельства, кто ставит палки в колеса, где конфликт, потому что я считаю, что он внутренний. Режиссерской находкой и уже отличительной чертой авторского стиля можно назвать практически полное отсутствие декораций. Действие происходит на площадке, представляющей пустую залу, ограниченную с трех сторон декоративными стенами, за которые перенесены все бытовые сцены. Вы в пространстве этого спектакля, это не отсутствие декорации. Мне кажется, я все-таки опору ставил на работу с артистами. То, что, мне кажется, в современной режиссуре очень отсутствует сейчас, и это большая боль для артистов, тогда, когда с ними режиссер не работает. Работать детально, работать, как вам сказать, этюдным методом, взять время и давать время артисту, чтобы он пробовал, узнавал себя, узнавать, как вам сказать, все свои диапазоны и насколько он, на что он способен, наверное. Отсутствие декораций позволило артистам быть как бы наедине со зрителем, максимально обнажив нравственные страдания своих героев. Он не понимает, как лучше сделать так, чтобы никому не мешать. Необходимо, чтобы его оставили в покое, Иван. Мне его жалко.
Мне вот жалко, вот реально жалко, потому что всем что-то от него нужно. И пытается он как бы освободить всех от себя. Ну вот хорошо, вот пожалуйста. Раз что-то изменится, они найдут какого-то другого персонажа. Того же самого Боркина или кого-то там, не знаю, любого другого. Любого другого, какого там живет кто-то в селе, там, в деревне. Вот. Жалко. Реально жалко, потому что человек, который, ну, он их просит отстать, не отстает. Оригинален и непредсказуем финал спектакля. Текст Чехова не изменен. По словам режиссера, менять гениальный оригинал необходимости не было никакой. Но вот традиционного поклона и выхода артистов зритель не дождется. Почему? Стоит сходить в театр и убедиться самим в убедительности постановки. Спектакль сложный, надрывный и равнодушным не оставит никого. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.